сборной СССР по баскетболу нужен тренер. Мы думаем, что это вы. Что скажете? Я смогу занять этот пост, если будут приняты ряд моих предложений. Добрый день. Кому как? К сожалению, да. Я составил список игроков новой сборной. Эй, Спартак! Не спи, тут большие дядьки играют. Ну что, прям сейчас вы его отправите, а? Да можно. Пас у него хороший. Держать темп, чтобы на площадке не думать, а делать. И делать очень быстро. Полет – естественное состояние баскетболиста. А теперь замерли в воздухе. Не надо ломать то, что работает. Серега, никогда не будет команды из таких, как ты. Ну да, вам не повезло. В следующем году будет Олимпиада в Мюнхене. Мы должны обыграть американцев. Вы сейчас своими заявлениями поставили под удар честь страны. Американцы вам полную корзину напихают. Американцы однажды должны кому-нибудь проиграть. Я подумал, лучше нам. Ты с ними собираешься американцев обыгрывать? Сейчас у них есть шанс. Они на пике. Жизнь в спорте у них во. Да и не в спорте тоже. Если думаете, что для вас все закончилось, то зря. У сборной должен уйти страх. Они должны поверить, что можно обыграть американцев. Мы можем не играть. Только вот кто мы после этого? Поехали. Я с тобой весь год, как на пороховой бочке. Взяли своих намертво! Победители не судят, а вот проигравших. Но кто так играет? Американцы! Ура! Работаем! Я посидел за эту неделю. Заметно.